Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем наше увлекательнейшее прохождение. Спекнул я челиком, чтобы он нормальным был. С доменами добра. И огня, как и положено ему. Со скиллпоинтами. Это вот все. Пик. Девчонкам. Ну что? Пойдемте покупать всякие полезные предметы. Эту хренотень. Что у тебя есть? Ну вот это мне точно нужно. Вот это мне точно нужно. Амулетик. Он слишком дорого, плащик попозже можно купить. Сумку еще хочется купить. Ладно, пока не досуг. Возьми пока колечко. Так, что там у нас? Пойдемте купим у этого додика 3 свитка. Где додик там? Не знаю, может девку пока поменять на этого. Но она особо ничего не у нас не делает. Так-то. На челиком. Давайте ее разденем. Короче, девку нафиг пока. Возьмем челика. Походим с челиком. Я думаю, что энкаунтера с волчиком мы будем обузить облачками. Где твои облачка? Убери это. Тут ужас. Возьми облачка. Вот. Будем вначале обузить облачка и вот это заклинание, а дальше возьмем вместо ригангарчика. Вместо ригангарчика возьмем якуна, и собака троллей потанкует. Думаю, так и поступим. Пойдемте за ожерелкой. Ну и кто тут у нас?
Firebolt. Так, ну давай. Тебе. Господи, просто куча бандитов поганых. Охрененный энкаунтер. А ты по двоим сразу можешь как-нибудь попасть? Я тогда поэтому пока. Так, отлично. Не знаю, есть ли в стелс смысл вставать. Даст ли это что-нибудь? Так я выучил бычьи силы всякие. Немножечко.
Блин, какой балансное заклинание, а, ребят? Отличное, мне очень понравилось. Any last wishes? Первой пачкой волчиков мы разобрались. О, червяки. Это нам тоже подходит. О, облачко кинем. Ну, давайте еще облачко кинем. Ой. Да уж. Облачко можно было и не кидать. Это заклинание, кстати, из книжки Друида. На секундочку. Давайте кинем облачко. Нечестная сложность. Нечестная по отношению к несчастным врагам. Надо купить плащик еще со столсом. Надо еще сходить убить дриаду. Ну, справедливости ради, надо сказать, что заклинание не скейлится.
То есть это, ну, не такая уж имба, как может показаться. И не сказать, чтобы оно что-то капитально меняло в этой игре, потому что Ригангар с Самири и так бы их поспихали, несчастных волчиков беззащитных. Но... Мейн это делает со стилем. Так. Так, кто там по мне бил? Вот ты. Ах ты поганый лидер. Облако, кстати, теперь дает эту самую. Оно не такое стало имбовое, потому что оно дает помеху при стрельбе. Сравните облако, которое там четырех медведов вырубило, и огненный шар бесполезный, который ничего не сделал. Конечно, облако поинтереснее. Мы идем за ножиком для мейна. Я, кстати, не помню, как сейчас работает мистическое улучшение оружия. Амери у нас за танка. ХП танк. Наша задача найти там этот самый левел.
Кстати, для пущего как бы эффекта можно делать вот так. Ну, вроде вдруг волчик не должен ее сожрать. Так, с волчками мы расправились. Пойдемте еще бандитиков убьем, найдем кинжальчик. Нужен мне 7 уровень, на 7 я получу как раз на клинашки полезные 3-го круга, а именно добрую надежду и защиту от яда. Можно будет не таскать с собой клирика. Надо будет обязательно себе взять этот самый, как его зовут-то, господи. Комбо-бомба. Ой. Да, этот человек приблизил, короче, к настолке игру. А то жаловались, что кастеры, короче, слабенькие. Вот, пожалуйста. Ну, ясно. Зачем открывать этот самый шкатулку с заклинашками? Глупости это все. Можешь шатить пока.
Я что-то не могу найти перк на избирательное проведение энергии. Не то, чтобы он был мне сильно нужен. Тучку кинем. Давайте кинем, все равно нам это не очень нужно. Нам. Давайте еще одну кинем. Не попал. Он жирный, конечно. Ауч. Ты пёс. Волчик, волчик, волчик. Не, ваниль тучка просто имба. Здесь она хотя бы не минуту за уровень действует. Тут другая имба есть, можно вставать куда угодно, допустим, сюда. И ждать, пока они все сдохнут там. Опять не знаю, они сдохли или нет. Не лень проверять. А жарелку починили, теперь она провоцирует мне очередную атаку. То есть смысла ее носить нету. Себя убьешь просто. Двуручкой. Thank you.
Пойдемте вернемся. Мне еще надо сдать квестик, накопил. Надо купить плащик на стелс. Кстати, всего осталось. На мире сейчас сильнее Ригангара стало, прям заметно. Ну, проблема в том, что у Ригангара 12 харизмы мододел сделал зачем-то. А было 16, а это минус 1 меткости. Минус 1 меткости — это много. Минус 1 меткости, минус это самое, как ее зовут-то, господи. Минус аркан пул. Так вот, все. Короче, крайне сомнительная замена. Так, что у нас тут есть там? Так, девчонка продает, кстати, метаскипетры. Дахи эффекту. Но я пока не могу себе это позволить. Дороговато, конечно. Да, это будет самая балансная битва за Лысый Холм. Я кину это хренотень и еще кину сверху, как ее зовут-то, облачко. И еще паутинкой за это заполирую. Паутинка не работает на поганых. Как это зовут-то? Овочка. Ну, эта штука теперь практически не работает, поэтому не знаю, есть ли смысл ее кастовать. Брони у челика. Даже не знаю, есть ли какой-то смысл поставить эту броню на него. Ну,
Я, конечно, не эксперт, но выглядит, будто все они сгорят сейчас. Ауч! Я уронил босс. В седьмом левеле девчонка получит себе высшую невидимость, и мы ее только будем использовать на четвертом круге. Я не помню там каких-то полезных заклинаний, а мейн получает на левел позже заклинания. Пойдемте поубиваем волчков. Я, короче, пройдем вот эти вот всякие бомжатские локации. Стараемся нахоботить мой левел. Пришел просто и его куснул. На тебе. На тебе. Зачем ты его куснул, а, пес? Я могу вместо этой фигни их усыплять и... Короче... усыплять и запихивать этой самой... девчонкой вот этой. Насмерть. Секирой. Могу разговаривать их. Это обычные волчки, у них низкий левел, они как бы все равно ничего не могут тут. Сколько оно наносит? Ну, 21 урона, прямо скажем, довольно быстро заклинание потеряет всякий смысл. Я думаю, что уже в третьей главе не будет смысла его колдовать. Я думаю, что даже против каких-то условных троллей оно так себе будет работать.
Вот в рандом энкаунтерах оно капец классно будет работать, это да. Тут не поспоришь. Ну чё, давайте поговорим. Сделали этот текстовый квестик. Давайте добавим огненный шаг. Ленечку, ничего мы все откинем. О! Сейчас и, короче, сейчас и посмотрим. Как эти штуки работают?
Да, я чувствую, это будет отличная, как бы, вторая глава. Я уже предвкушаю, как я кидаю паутинки и эту фигню, и смотрю, как тролли горят. Огнеупорные. Для пущего эффекта можно купить себе метаскипетр кислотных заклинаний. Тогда они будут жечь кислотой троллей. Поскольку это заклинание третьего круга, то как бы нормально. Никто меня чилить там не зовет. Все дрыхнут, а? Могли бы и почилить, конечно. Ик. Это я еще взял увеличение DC, а не увеличение, допустим, урона от заклинаний. У моего псайкера. Мы реализуем силу нашего персонажа. Вы ничего не понимаете, ребят. Зачем с ними драться честно? Они все равно ничего не сделают. Я поставлю им перед лицом танка и просто убью их кливами. А так они тупо сгорят. Ловушки, а? Это я, ребят, еще метаскипетр не это самое не расчехлил.
Можно, кстати, купить метаскипетр максимизированных заклинаний, тогда этот клинокинь начнет наносить 4d8, то есть 24 урона. Еще и опутывать. А если добавить сюда робу Левиафана и, короче... метаскипетр усиленных заклинаний. И еще взять это свою хреновину. Мне кажется, я на следующем левеле беру, да? Да, на следующем левеле, короче, берем эту хреновину, которая увеличивает урон от заклинаний. И уже будет 4d10. То есть... 60 урона эта хренотень будет наносить. Вауе. Балансненько. Мне нравится. Жаль, что робы Левиафана будет только в 4 главе, когда это заклинание уже нафиг никому не будет нужно. Да... Так, один плащ, все. Я много стулся. Много стулся. Так, рационы. Давай. Давай 30 штук сразу. Хорошо идут. Так. Пойдемте сдадим квестик, сходим к этому куда? Кстати, а чё я ему взял? Оно тут... Тут больше нечего брать, к сожалению. Пойдемте убьем элементаля сразу. Я думаю, что элементаль отлично горит. Нет, ты-то не гори, дура. Тави, пощадим. Ну,
Вон, жалкого элементаля еле наковыряли. Прям с трудом. Иди, ищи. Ну, сундук найди. Спасибо. Допустим, уже даже лягух как-то тяжело этим заклинанием будет пробить. Потому что там почти 200 хп у лидера лягух. Плюс у них очень много стойкости. Пучка на них может не сработать. А бьет лидер лягух, дай боже. Прям по щам вываливает. Эта помощь позволяет вначале немножко лучше попадать, потому что эти тупые животные очень часто мажут остатки. Ну, где-то с 4 левела становится нормально, появляется героизм, бычья сила. И как бы... Так, триаду давайте сделаем и соберем эту историю. Как бы уже терпимо. На 7 левеле, на 5 левеле появляется ускорение, и уже как бы вообще нормально. А на 7 высшей невидимости и все. Под высшей невидимостью, под ускорением, под пальчиком этого самого Якун все убивает без шансов. Listening.
Ну, кстати, можно выучить ускорение. А она, наверное, умеет его делать. Я точка, точка, точка. На втором уровне ее, наверное, заколупать можно все-таки. Ну, на нормальной сложности ее вообще без проблем заколупать, я думаю. Ванилия. Добежать в нее, покидать на клеташки. Вот все. Ну что, пойдемте по побочным локациям, походим. Может быть, левел 7 нахоботимся все-таки. Ну и кто тут у нас? Ну-ка, идите сюда. Волчара позорная. Ну-ка, иди отсюда. Пёс.
И а почему ты помер до конца? Ты же должен это самое перемещаться в эту хренотень. Что за фигня? Что за читы? Это из-за того, что я его криво перекачал или что? Закончилось у нее, да. Может его просто усыпить? Давай. Да, так будет проще. Я его специально туда поставил, чтобы он мог сдохнуть там. Так. Где эта штука там? Не знаю. Ладно, пойдемте купим свиточек и воскресим его тогда. Ой, уйди, пожалуйста. Сейчас вообще вот не нужен. Сломалась тристаночка. Что поделать, где-то там. Надо было кидать это огненное заклинание. Так, вон началась арка с полями.
can count on me. The reckoning is at hand. Any fun? Придется тогда на себя наколдовывать что-то. Ладно, и так сойдет. Можно, кстати, попробовать партию чистых рейнджевичков. Ну, то есть я вижу, как оно может работать. Взять эту рынду. Так, а Джубилос там не сдохнет, я надеюсь. Ну, наверное, там не умеет, не может сдохнуть. Так, а вот мейн наш может сдохнуть, если, короче... Облака.
Давайте им еще туда огненный шар добавим. Давай-ка снимаю тут фигню. Гоблина снайпера я сейчас усыплю этим мега заклинанием, про которое я надоел, забыл. Ну, потому что его никто никогда не берет. Еще не конец. Да-да-да. Так, ребятки, давайте-ка за поняшками. Я вас понял. Так. Ну и чё? Мы справились. Вот этот поворот. Так, ты пока там, постой. Я не помню, тут еще какой-то энкаунтер будет, по-моему, да. Он энкаунтер еще бегает. Ну, мы с тучкой забудем. Нет, все. Роли огнеупорные не потому, что у них иммунитет к огню, а потому что на них висит защита от огня. Она поглощает там 150 урона, по-моему, огня. Как только вы его нанесли, то врагам вафля. Они горят.
Как бы как вариант просто купить сейчас низшие метаскиптеры кислотных заклинаний и... Чё ты качаешь? Какой персуэйшн? Ой, господи, что за чудовище? Чай, пожалуйста, нормальные. Ты себе. Можно, кстати, попробовать без... милишников поиграть в этот раз. Ходить за девочками для Джубилостом и этого самого. Мне кажется, так себя затеем. Но мы попробуем. А мы, кстати, сейчас пойдем на это самое паучков убивать. Дальше дополнительные бомбы, улучшенный критический удар бомбы, дополнительные бомбы и дополнительные бомбы. Такая раскачка. Ну так чё? Ну давай. Ну а почему бы и нет? Так, у меня есть свитки снятия паралича, да. Just
Короче, девчонка у меня за этого самого, за танка. Надеемся, что Мэйн не умрет. Очень сильно. Так, мне нужно этот самый еще блюрчик кинуть в эту девчонку. Чтобы у нее были хотя бы, ну, какие-то шансы. Пережить все это безобразие, которое сейчас начнется. Ой. Кажется, Пучков что-то тошнит. Давайте еще добавим. Ой. Что-то ей как-то тяжело, да? Там Тум Спайдер выполз. Так, ну с Тум Спайдером, конечно, немножечко. Есть некоторая засада. Почему ты его-то пытаешься убить? Поганый Дум Спайдер. Убей от меня. Так вот. Ну чё, как вам стратегия без милишников? Мне кажется, рабочая. Ну, мне кажется, это будет интереснее, чем играть за полезного друида, который в реал-тайме, не приходя в сознание, 5 минут обкастовывается перед боем, а потом, короче, ты закрываешь глаза, и бой уже закончен. А так мы вон заклинашки покидаем, вот у нас так и левел почти на ботился. Амери поменяем на этого самого, как его зовут, на Якуна, у нас получится.
У нас будет пес, который типа танк. Да. Кстати, насчет Якуна, пойдемте-ка за ним. Сейчас сходим быстренько за якунчиком. Как раз там, наверное, ливел нахоботим своими обмусными штуками. А вот и наш Якун. Троляшки. Так, ну все, где нам мой пес? Все, пес, у меня для тебя важное задание. Так, а кому я дал наручные стрельбы из лука? Алло, а вот и. Кинь, пожалуйста, эту помойку. Плюс две к броне. Ну, одень, допустим. Так, ты возьми, пожалуйста, нормальный этот самый кит. Так, почему вы все устали? Давайте качать животное. Я не знаю, зачем качать животное. Типа, какой смысл?
Так, ну поехали. Можно им добавить еще стонкал туда. Давайте добавим. Кстати, а почему тролли регенерируют? Ну вот, это мы пробили на защиту. Ну, если очень классно так играть, мне понравилось. Надо только поспать, а то мы устали уже. Всем. А чё, пёс у нас будет, короче, за танка? Пес за танка будет. Чисто подсвечивать. Этот типа посаппортит. Ух
Ой, куда ты пошел? Не сдохни только там. Мне нравится, выглядит как рабочая схема. Сейчас проверим на жестких булочках. Надо купить на торговом посту Олега метаспектр длительных заклинаний. Кто там на меня напал? Ну зачем? За что? Сейчас убьет мне кого-нибудь. Мейна убьет. Нет, кстати, не убил. Так, кто тут самый опасный? Вот эти лучнички, наверное. Затрал там. Какой у них там левел? Первый. Уйдите нафиг, ну что это такое? Я не буду покупать свиток из-за рандом энкаунтера. Просто мне надо поспать. Почему я не могу поспать? Я прошел все проверки, почему на меня нападают? Что за фигня? Сейчас
Специально девчонке даже вон плащик купил за 6000. И все равно на меня нападают. Ну, так же нечестно. Попадают конченые лучники с уроном крита 80. Охренеть просто. Забыл на него накинуть эту самую, да? Так, давай-ка поработай по лучничкам, иначе они меня замучают. Минус бандитики. Так, сейчас тролли будут, да? Тролли, зараза, опасные. Shake a leg. You require my assistance?
Вот этот черт самый опасный. Так, давайте им пунктинку кинем, она все равно больше, кроме как на них, ни на кого не подействует. Его провалили, все, что можно, провалили. Failed perception check. Failed knowledge arcana check. Опять и единички начали кидать. Ну типа, а почему бы не покидать единички? Звучит-то как план. Ну давай. Она справилась, охренеть. Ну она, кстати, не могла провалить.
Так, что по заклинаш? Там одно осталось. Ну как раз он тех вот волчиков первых завалим этой фигней. Где они тут, кстати? Бедненькие волчики не могут двигаться. Просто ждут, когда они сгорят. Заклинание, кстати, уже так все работает. Кстати, девчонка, отдай, пожалуйста, вот этому додику пояс. А ты отдай вот этому додику пояс. Ой. Я снесу жесткие волчки. Я боюсь, что моим мега заклинанием можно будет немножечко подливиться с ними. Это мне больше не нужно. Так, ну чё у тебя?
Плюс один арсенал. Сейчас сколько? 31 броня. Ну, по сути, как у девчонки, что ли. А так? А так 35. Даже больше, чем у девчонки. Так, бандитики. Хорошие были бандитики, мне понравились. Приносите еще. По-моему, сундук с ловушкой, но это не точно. Вот эти волчки. Не, ну можно, конечно, попробовать их, это самое. Подраскидать. Так. Ты куда там побежал, пес? Что-то он не испугался.
Как она это сделала? 18 из 18. Ролл один. Ну, конечно, один. Ну, кто бы сомневался. Ой, это прохождение просто преследует эти кубы. Они меня уничтожают всю игру. Я, кстати, последнее мега-заклинание потрачу на уканов. Здесь пока... Ясно, понятно. Так, пёс. И это было нелегко, но пёс справился. Я промазал, да? Так, с этими мы справились. Ничего, тут нет ловушки, я надеюсь. Не было ловушки. Мы еще нашли свиток огненного шарика. Так, братишка, давай, покажи класс. Потихонечку их разматываем этой.
Облако пока не будем кидать. Мне кажется, стонкал нанесет больше урона, чем стрелочка. Да. Ну, вот и все. Так, пришло время обузить. Казалось, что можно не обузить. Так, ты им. Что это такое? Пояс физического великолепия. Один. Хоть уставать не будешь так быстро. Так, сколько опыта мне до левела не хватает? Блин, у меня перегрузка. Сюда все равно еще вернемся, так что надеюсь, что сейвик наш не закарабкается.
Ой. Пойдемте обратно. Так, ну что ж, Якун, я для тебя две новости, плохая и очень плохая. Ну, кстати, заклинашки у меня есть, и, по-моему, у меня даже свиток был. Мне не хватает только пальчиков. Вот тебе. Так, подбросила. Так. Попробуем. Отлично. На вот тебе. Ну, по идее, я его сейчас должен уронить. Так, да, отлично. Steps
не останется, у меня только один тролль. And Lindsay was called forth. What's new? Your guard. Right here, my friend. Keep your eyes open. You cannot hide from me. Давай. Так. Я его еще и ослепить могу. Так. Могу и не ослепить, конечно. Давай-ка защитным маслом мне. Экспы не хватает до левела. Ну вы чего, ребята? Ну что это такое? Дайте уже левел, щадите, пожалуйста, дайте почелить. Надеюсь, больше не будет рандом энкаунтеров в этой помойке. Иди уже, дойди до города. Сейчас бандитский лагерь зачистим, и как раз получим левел. Так, вот эта вот ожерелка мне нужна, чтобы лучше по зверям всяким стрелять с нашего мощнейшего арбалета. Так, ты... Дай ему эту штучку. Mm-hmm.
Он куда-то побежал. Ладно, я зачем? Так, лагерь бандитов. Действуем по старой проверенной схеме. Сейчас отправим пса этого. Require my assistance? Share your troubles. Ready and willing. Не, ну вы это видели, а? Октавия. Блинные паразиты на чертовых бандитов. Вы куда побежали? Кто вас туда звал вообще? Ну-ка лежать боятся. Тут уже. И чё, не хватает? 200 опыта не хватает. Да уж. Я взял, побежал мне этого додика убивать. Ты чё? May we have a moment of respite? Step.
А тут же еще кобальская тропа какая-то должна быть, да? Нет. Идите нафиг со своими рандом-энкаунтерами, игра, пощади, пожалуйста. Я знаю, что если не охотятся, то выше шанс, короче... Выше шанс того, что... не нападут. Ладно, давайте заглянем в одинокий дом. Мне тут точно нужна будет играть на этой, на вот этой девчонке. И уменьшить ее в размерах, пожалуйста. Пойдемте убьем тут две пачки бандитов, короче. Oh.
Ну, я сейчас спать пойду, поэтому нет смысла экономить эти заклинашки. Давайте все выкинем. Так, ну вот и все, вот и то, зачем мы сюда так долго шли. А force spell, да? Так, это для андедов. Эта штука только для силового урона увеличивает урон. Ну, короче, это фигня. Это тоже фигня. Давайте возьмем Will of the Dead. Так, на первом круге мне что-то надо. Мне нужно будет уменьшение гуманоида для соло этих миссий. На втором уровне мне точно нужен будет вот этот смех против короля троллей. На третьем круге... На третьем круге что мы возьмем? Ну вот это вроде как не очень не надо. Оно только на одного персонажа как бы работает. Наверное, не будем брать. Но хастик тоже брать не хочется. Какие-нибудь... Хастик может кто-то еще покидать. Я даже не знаю. Ладно, возьми хастик. Ну, остальное, наверное, вообще не особо нам интересно. А хастик в соло... миссиях может пригодиться. Так, девчонкам. Conjuration Evocation. А где еще один Greater Spell Focus? Почему я не могу его взять?
Тамаги пока брать не хочется. Так, а тут что возьмем? Вот так вот, наверное, да. Возьми пока эту хреначей. Так, первый круг. Так, четвертый круг. Ну, возьми огненную стенку, этот оружие улучшать, пушку. Эту хренатень, наверное. Да. Ну все, ребят. На этом мы заканчиваем. Этим додиком немножко не хватило на левел. Но можно еще эту самую ловушечку какую-нибудь раз это раздуплить. Кстати, тут же огненные, да? Оп, левелок. Так, седьмой круг, быстрая стрельба. Хастик я так выучу, давайте кошачью грацию. То у тебя на втором круге нечего колдовать. Мы, наверное, от хастика откажемся вообще. Возьмем еще одно облачко тут. Давайте тогда еще этого додика спасем, он тут где-то бегает.
Походим пока, пообезвреживаем ловушки. Пойдемте сдадим ему квестик быстренько. Тут еще походим, чуть пообезвреживаем. И чё, и все? Где моя экспа? О, чудовище. А почему про записку ничего мне не сказали? Я ж записку нашел тоже. Ты давай смотри в оба, ищи ловушки, дура. Ладно, все равно я не успею качать левел, пока бандитов не убью. Но я уже капец устал. Все, я понял. Я понял, почему он не принял квестик. Сейчас дадим квестик. Ну, будет моей брошка. Ребят, всем спасибо. Пока-пока. Увидимся. До скорых встреч. Завтра постараемся допройти второй акт.